34-летняя Ольга, героиня телепроекта «Перезагрузка» на ТНТ, родилась и выросла в деревне, работала на пилораме. Ольга может делать всю мужскую работу и одна воспитывает ребенка. Единственное, что она не может, полюбить себя. Как насчет бьютификации от ведущей клиники косметологии Москвы? Замечаем у Ольги покраснение на лице. Вы знали, что румянец в научной среде называют дисрегуляцией мелких сосудов дермы? Или что диагноз розацея называют куперозом? Данные сосудистые изменения кожи врачи клиники ЦИДК успешно лечат с помощью фототерапии. Мы провели для Ольги курс фототерапии и плазмотерапии для лечения розацея. Далее добавили привлекательности с помощью инъекционной косметологии. Скорректировали мимические морщины ботулотоксином. Уменьшили выраженность носогубных складок филлером. И снизили видимость синяков и морщинок под глазами с помощью мезотерапии. Как вам преображение, Ольги?